Всем привет! Вы на канале Рыжий Данька. И сегодня Данька распаковывает вот такой суперский набор. Тут такие машины, кран строительный, бензоколонка. В общем, начинаем. Да, да. Данюш? Давай. Ого, доставай, что у тебя там? Машинка. Да. Это самосвал. Да. Вау! Это у Даньки бетономешалка. Она крутится классно. Да. Что еще есть? Да. Это бензоколонка. Поверни, да. Поверни ее сюда, Данюш. Поверни. Да. Вот такая бензоколонка. Да. Супер, это чтобы машины заправлять, конечно. Да. Что еще есть у Данечки? Знак. Это кран. Смотри, у нас кран непростой, его нужно собрать. Вот одна деталь первая, вот вторая от него деталь, мы ее так нет, вот так, вот. Вот так нужно ее вставить. Сейчас мы ее вставим. И теперь сверху мы вставляем вот такой вот классный кран вообще. Так, одеваем вот на эту детальку. Она вот сюда у нас одеваться должна. Так, должно. Вот. Ух ты! Данюш, смотри, какой классный кран получился. Вау! Вау, вообще! А ну попробуй, вот здесь работает? Вот это сюда двигается, попробуй. Да. Да. Крючок, он туда-сюда ездит, кран наклоняется, да? Да. Вообще супер. Он, Данилка, уже придумал бетономешалку прицепить. Машинка у нас, покажи мне машинку. Самосвальчик у нас вот такой вот, открывается, закрывается. И машинки у нас инерционные, то есть вот она сама тут. Сюда мы ее... Ага. Вот сюда засыпал песочек, раз, высыпал. Класс. Заправочка такая классная, две колоночки там. В общем, вот такой получается кран. Две машинки, четыре значка и бензоколонка. Не, ну, конечно, набор классный. Машинки инерционные. Прям вообще... На каждом значке написано вот предупреждение. Это написано, нельзя копать. На другом показано, что работают строители. Класс. Данюш, тебе нравится? Да. Дома. Да. Да. Ребята, вы были на канале Рыжий Данька. Если вам понравился наш строительный набор, обязательно напишите это в комментарии. Поставьте нам лайк, подпишитесь на наш канал. И всем пока-пока.